О нет, у меня выпал зуб. Супер новости представляют дебаты века. Сегодня у нас марихуана и кристаллический метамфетамин. И сегодня они будут спорить о наркотиках. 3, 2, 1, поехали. Мне кажется, что бывают плохие наркотики, а бывают хорошие. Настало время, чтобы распределить эти понятия. Разумеется, так что же тогда хороший наркотик? Давай, например, легализуем кристаллический мет. Ужасная идея. Да, но в медицинских целях, естественно. Медицинский амфетамин? Да, чувак, если доктор скажет, что тебе это поможет, почему бы не употребить грамм? Увеличится выносливость и будет прилив сил. Ладно, но ни один доктор не пропишет этого. Тише! Ты слышал? Ты слышал это? Боже мой! Что это? Что это? О, боже, это мое сердце. Видишь, у тебя проблемы из-за этого. Я могу тебе верить? Правительство пытается достать меня. Думаю, так и есть. У ЦРУ повсюду есть глаза и шпионы, которые следят за мной 24 на 7. Вот почему я постоянно прячусь и держу при себе нож каждую ночь. Это как раз то, о чем я говорю. Метамфетамин делает тебя параноиком и заставляет сходить с ума. В то время как трава абсолютно безопасная. Безопасная? Это отбирает жизненные силы. У тебя есть работа, как у меня? Я таскаю ящики по 17-18 часов в день. У тебя нет работы. Хорошо. Дай воды. Чистой воды. Расслабься, братан. Тебе нравится секс с незнакомыми тёлками в ванной, по уши в наркоте и баксах? Послушай, насколько круто это звучит. О нет, у меня выпал зуб. Ты хочешь сходить на рыбный концерт? Нет, никто не хочет сходить на рыбный концерт. Никто не хочет отсасывать дальнобойщикам за бабки. А я думал, ты крутой. Ты ворота для тяжелых наркотиков. Да ладно тебе. Я все еще нелегален на федеральном уровне. Смотри, хорошо. Штат считает меня легальным. Но федеральное правительство и IPA... Постой, нет. ОБНОН. ЦРУ стоит за всем! Федеральное бюро... Заткнись! Они объединяют все структуры и следят за всеми. Окей, ну я не знаю. Они знают, что мы делаем, потому что они знают все. Калифорнийский закон гласит... Ты меня понял? Постой, о чем мы говорили? Мне нужно 25 тысяч баксов от тебя или от кого-то, кого ты знаешь. Ты сможешь это сделать? Нет, абсолютно нет. Мне нужно, чтобы ты сжег мою сестру сегодня ночью у нее дома. Сегодня ночью. Это должно произойти сегодня ночью. Почему сегодня ночью? Я не могу тебе больше ничего объяснять. И вот в какой глухой угол меня завела беседа с тобой. Ты мне поможешь или нет? Думаю, я хочу. Кажется, ты меня убедил. We'll be right back.